Мы идем по Дивноморскому рынку. Восточный колорит. Это точно, да, это будет на моем канале. Папа оператор. Поприветствуй, Марина, своих подписчиков. Всем привет. Из Геленджика. Можешь рассказать что-нибудь? Ну, пока рассказывать нечего. В изобилии сладостей, фруктов. Я хочу темный, синий. Гранатовый сок, дынь кубанский, дынь эфиопка, самый лучший сорт. Орехи всякие. Может? Ну сейчас снимем влог и будем. Давай сюда камеру. Дай камеру. На. Человечек. Давай сюда. Ну что, ты будешь покупать что-то или как? Обязательно. Знаешь, сначала посмотри. Ну, давай, смотри. Орехи. Да. Нет, ничего. Я повесу. Ага. Куча людей, конечно. А, моя любимая сладость, это вот это вот. Самое вкусное. А, нет, вон тортики.